В Анапе задержали 32-летнего приезжего, который подозревается в обмане местной жительницы на 4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы краевого МВД, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница. Она рассказала, что передала своему знакомому крупную сумму денег для того, чтобы тот помог ей купить недвижимость в центре города. Знакомый своего обещания не сдержал, вернул только часть денег, а потом затерялся. Сумма ущерба составила 4 миллиона рублей. Полицейские вычислили злоумышленника и задержали его по месту временного проживания. Оказалось, что оставшейся суммой, полученной от потерпевшей, он распорядился по своему усмотрению.